Всем привет, с вами Тимон, и на ютубе было много видео, где взрывали кока-колу ментосом и содой в бутылке, в бочке, в огроменной бочке, но я еще не видел лично, чтобы это сделали в унитазе. Мы зарядим слюной бачок кока-колы по максимуму и сольем в туалет забитый содой и ментосой под завязку. Усаживайтесь поудобнее, думаю, это будет мега слив. Засыпаем соду. Еще жменьку ментоса для надежности. А теперь выливаем колу. Больше колы. Все, наш бачок заполнен. Я нажимаю на слив. Да, он вытекает. Что это, весь взрыв? Ого, вы это видели? Ого, пробило слух. Короче, ребята, вот такой эксперимент. Я сам не ожидал, что так будет. Я думал, пена стремит аж до потолка. Ну, теперь мы знаем, что будет, если сливать кока-колы в туалет соды. Результаты разные бывают. По крайней мере, я старался, и я надеюсь, вы это оцените. Да, и сегодня наконец-то появился жидкий азот в продаже. Поэтому, если хотите, я заполню еще туалет жидким азотом и солью его. Давайте на этом видео наберем 50 тысяч лайков, чтобы я понимал ваши интересы. И тогда я залью в туалет жидкий азот. Вот там уже точно будет взрыв, и не маленький. Жмякайте репост, ребята, поделитесь с друзьями этим видео. А на этом все, жмите на колокольчик, это теперь вторая подписка. Без нее YouTube вам не присылает уведомления моих новых видео. Всем удачи и пока-пока.